Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире Финам ФМ, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня обсуждаем рынок недвижимости. Поговорим сегодня о том, как он выглядит, этот самый рынок. Давней, кстати, о нем мы не говорили. Надо понять, как он изменился, может быть, а может и нет. Посмотрим, что с ценниками на недвижимость. Я всегда смеюсь, это самый актуальный для большинства, как раньше говорили, советских людей, самая актуальная информация. Да, растут цены, не растут цены, хотя давно понятно, что нормальному, ну, извините уж за этот эпитет, нормальному человеку накопить на жилье своими силами практически нереально в этой жизни. Но мы всегда надеемся на лучшее, надеемся на следующую жизнь, на реинкарнацию, если хотите. Ну так что ж, обсудим сегодня эту тему. У меня в гостях, с удовольствием представляю, Александр Пыпин, директор аналитического центра «Где этот дом.ру». Добрый вечер, Саш. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Как настроение у тебя? Настроение осеннее. Осеннее, да, сегодня. А, собственно, не радует погода, видимо, уже бабье лето закончилось, и тут зарядили дожди. Ну да ладно, мы не будем на это сильно обращать внимание. Мне интересно... название аналитического центра «Где этот дом.ру». А где этот дом, Саш? Где этот дом? Да тут недалеко, через пару кварталов, всего-то 5 минут. То есть мы практически соседи еще вдобавок. Ну да, можно и так сказать. Это хорошо. Приятно видеть знакомых людей, да, близких людей, хотя бы географически, ну если не по духу. Ну что ж, давайте обсуждать. Итак, рынок недвижимости. Ну, если я правильно понимаю, в принципе, наверное, это так. Любая экономика, рынок недвижимости, такой важный сегмент внутри любой экономики, правильно? Ну, я к тому, что если экономика держится устойчиво, да, то и в частности, одним из первых, наверное, растут цены на недвижимость, потому что возникает некий спрос, подогреваемый, может быть, там, какими-то банковскими ипотечными программами и так далее и тому подобное. А как только это, вот, собственно, было видно, да, после кризиса 2008 года, одними из первых, ну или как минимум существенно, просели цены на недвижимость. А если вспоминать Америку, виновницу последнего кризиса, так, собственно, именно с ипотеки, да, с кризиса ипотеки 2007 года началась вся эта история, а сейчас ипотека никак не оживет у них там. Что у нас происходит, Саша, расскажи в общих чертах. Ну что, у нас 2008 год остался уже в далеком прошлом, 4 года прошло с того момента, как раз вот сентябрь-октябрь был самый разгар кризиса на рынке недвижимости. А сейчас у нас стабильность. Причем стабильность такая, что для потребителей это, в общем-то, хорошая ситуация. Потому что если мы возьмем 2010 год, ну, когда уже посткризисное восстановление подходило к концу, рост цен был 6%. 2011 год – 6%. Это 6% в год, в месяц? В месяц, да. Месяц же. Ой, я вру. В год, нет, в год, не, в не год. Не ври, потому что это, ты же понимаешь, это можно не выдержать. Да. Если бы в месяц, то... Да, вот, и у меня прям... уже сердце забилось уже, посткризисное, мне нравятся эти. Так вот, и 2012 год, 6%, скорее всего, также будет в год. И причем важно, что я говорю о рублевом исчислении, потому что есть еще валютный курс, он ведет себя немножко по-иному, поскольку он в значительной степени зависит от колебаний курсовых разниц. Валютные риски, так называемые. Да? Ну, мы живем можно, в России, да, получаем рубли, слава богу. Кстати, что касается валютных рисков, то население, один раз обжегшись на валютной ипотеке, сейчас ее практически не берет. Если до кризиса, да, 20% занимала валютная ипотека, то сейчас она занимает жалкий 1%. И то это по объему. А по количеству люди берут там сотни кредитов в месяц, в то время как рублевые кредиты – это десятки тысяч в месяц. То есть рынок после кризиса изменился, но при этом он стал таким очень-очень стабильным. И на самом деле стабильность во многих случаях говорит о том, что рынок стоит на месте. А рынок Москвы даже в наибольшей степени. Почему? Потому что с приходом нового мэра, со сменой команды строительного комплекса, основной упор сделан на строительство инфраструктурных объектов. Социальное, развлекательное, рекреационное, инженерное, транспортное, жилищное строительство, оно сворачивается. И, собственно, в Москве сейчас фактически достраиваются те объекты, которые были начаты там, в 2008, 2009, 2010, ну или до кризиса годы, можно сказать, долгострои. А новые ничего не закладываются практически? Новые там по одному объекту на округ. То есть для Москвы это не то, что капля в море, это даже микрокапля в море.
И к 2013 году мы фактически будем иметь картину, что новостроек-то на территории Москвы в пределах МКАД нету. Потому что я сейчас не говорю о новой Москве, там немножко иная ситуация, о которой можно поговорить отдельно. Но внутри МКАД купить будет нечего. И на самом деле мы уже сейчас видим, что есть первичный рынок, где сделок крайне мало. Там сотни в месяц. Ну, потому что нечего продавать просто. Ну, да? Что нечего купить, да. И есть вторичный рынок, где, на котором более-менее статистика держится на хорошем уровне. Но держится там на хорошем уровне как раз за счет того, что людям нечего купить на первичном рынке, они уходят на вторичный. И мы видим, что, ах, как хорошо, на вторичном рынке сделки есть, иногда даже некоторые месяцы их количество растет. На самом деле это, как называется, на безрыбье и рак рыбы. Да? То есть вот люди готовы от такой ситуации идти на вторичный рынок. На самом деле есть достаточно... Ну, извини, пожалуйста, да. Вот фраза меня заинтересовала. От такой ситуации они даже на вторичный рынок, это, в принципе, вот среди риэлторов, это такая... Это такой... Вторая свежесть, да? Это, если три на второй свежести, вторичный рынок. В этом как раз опасность будущего для Москвы, особенно внутри МКАД, что старый жилищный фонд постепенно будет устаревать, а новый жилищный фонд, он не строится. То есть не происходит регенерации кварталов. Конечно, регенерация — это такой процесс очень социально конфликтный, да, но как бы в городе, который... Ну, да, социальный хочет... конфликт — это то, что очень часто, да, ну, как минимум раньше, да, когда есть уже сложившийся какой-то квартал внутри, да, Москвы, ну, имеется в виду внутри МКАДа, да, и там пытаются воткнуть какую-то высотку. Ну, не только, да, иногда речь идет о том, что перестраивают целый квартал, и вопрос, кому сколько достанется метров новых площадей, да, это вопрос всегда, люди борются за то, чтобы досталось больше. Да, чтобы здесь же, да, а не куда-то за МКАД там куда-нибудь. И здесь же, и побольше. Ну, это как бы совершенно естественный процесс, тут как бы все понятно. То есть процесс обновления кожи города не происходит. Вот он будет стареть, и здания, они как бы имеют конструктивную, да, давность. Ну, те же самые пятиэтажки, логично, да, их начали сносить не потому, что так очень сильно хотелось, да. Ну, то есть, конечно, было желание определенное, эстетическое, может быть, и финансовое, да, но и в том числе потому, что срок службы их истекает. То же самое сейчас постепенно будет происходить с девятиэтажными панельными домами, которые тоже массово застраивались окраины Москвы. То есть в этом плане... Сейчас это как бы терпит, но через 10 лет, я боюсь, это будет уже очень острая проблема. Ну хорошо, вот сейчас это терпит, ну и власти Москвы, которые пришли, да, ты об этом сказал, новые власти Москвы, они неужели этого не понимают? Почему вдруг они резко переориентировались, ну, условно говоря, на рынок нежилой недвижимости, забыв о том, что вот есть такая проблема? Ну или будет однажды, да, надо... Скоро. Возможно, они планируют все-таки каким-то образом ее решать за счет того, что не... переделывать старые кварталы, да, а вот использовать именно новые московские территории для каких-то вот миграционных движений населения, да, в связи с улучшением качества жилищного фонда, да, необходимые. Но на самом деле, да, вот опять же мы сейчас переходим к Новой Москве, хотелось бы поговорить о том, что происходит в реальности, да, в том числе на вторичном рынке, так скажем, как наиболее массовом внутри МКАДа. Ситуация на самом деле не радужная, потому что денег становится меньше. О чем я говорю? Возьмем, например, ипотечное кредитование. Год назад средний процент по рублевым выдаваемым ипотечным кредитам был 11,6. Это было выше уровня инфляции, но, по крайней мере, не 12,3%, как это происходит сейчас. То есть за год ставки повысились, ну, достаточно существенно. Соответственно, для людей кредиты стали дороже. И если мы, например, в прошлом году видели, ну, почти двукратный рост ипотечного кредитования, то в этом году, если мы увидим 30% рост, то это будет уже как уже бы большое достижение. То есть ипотека притормозила. А есть как бы иной источник, да, для покупки населением доходов соответственно, жилья. Это, собственно, деньги, да, которые они получают, зарплата, какие-то иные доходы. Здесь тоже все не лучшим образом обстоит. Дело в том, что есть такой показатель, как М2, объем денежной массы в экономике. Есть. Соответственно, в прошлом году он вот к этому моменту вырос на 5%. Ну, от начала 2011 года до сентября, соответственно. А сейчас рост составил с начала 2012 года всего 0,5%. То есть это говорит о том, что, как бы, ну, грубо говоря, государство деньги зажимает. Ну, оно боится инфляции, видимо, же тоже заинтересовано. Но. У них сейчас приоритеты, ставки рефинансирования поднимают. Денег становится меньше, деньги становятся дороже. Это логично. Но при этом есть еще вторая, как бы,
вещь, которая поджимает население с точки зрения покупательной способности будущей, это вот именно инфляция. Инфляция на многом обусловлена не ростом денежной массы исключительно, а ростом цен со стороны естественных монополий. То есть, когда цены эти растут, то масса, она может как бы оставаться, но они поджимают, да, «Газпром» и так далее, можно долго перечислять. Надо. И в этой связи как раз за рынок тревожно. А пока он живет за счет того, что девелоперы поступают со своей доходностью. То есть они не наращивают цены на то, что они продают в новостройках. То есть они, конечно, наращивают, но по мере как бы строительства этажей. Там вышли из стадии котлована, подняли цены, достроились до третьего этажа, подняли, достроились до крыши, еще подняли. То есть это как бы органический рост по мере увеличения, да, роста как бы проекта к стадии готовности, снижения рисков, да, завершения строительства. Ну да. А вот рост именно связанный с какими-то такими инвестиционными ожиданиями, спекулятивными, с тем, что именно инфляционный какой-то рост, он не происходит. То есть некая средняя цена, она остается, ну, по Подмосковью. Мы же в Подмосковье уйдем, где есть... Ну, для потребителя это хорошо, наверное, да, что не происходит именно... Для потребителя это хорошо, да, но нужно понимать, что вот это вот сдерживание цен, оно происходит за счет маржи девелопера. И рано или поздно девелоперы, они придут к некой вот такой точке, где уже меньше, которой нельзя. Согласен, маржа дело такое. Да, и от которой уже начнется, соответственно, сворачивание. В убыток себе же никто не будет работать, правильно? Это да. И вот, вот именно эта ситуация, она очень опасна. Но опять же, я говорю о перспективе 5-6 лет. Пока те, кто запустили проект, они себя более-менее хорошо чувствуют, у них там доходность... 10-20% в зависимости от проекта, это вполне как бы позволяет им чувствовать себя бизнесменами и как бы говорить, да, это тот бизнес, которым мы хотим заниматься. Ну, я тебе хочу сказать, что доходность 10-20% это уже близко к цивилизованной. Если до кризиса, да, говорить о доходах девелоперов, что там цифры-то, наверное, трехзначные были. Хорошо, мы продолжим этот интересный разговор, послушаем новости на Финам-ФМ. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. На Финам-ФМ программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня обсуждаем ситуацию на рынке недвижимости. Что там делается, очень интересно. Тем более, что там все-таки что-то делается. Напомню, у меня в гостях Александр Пыпин, директор аналитического центра «Где этот дом.ру», и к нам присоединяется еще один уважаемый гость, это Олег Репченко, руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости». Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что ж, продолжаем. Продолжаем. Очень интересно, Саша рассказывал о том, что происходит сейчас. Я, если позволите, со своей, сложно ее назвать колокольней, но тем не менее, вот со своей позиции хотел бы несколько систематизировать, да, вот эту историю под названием рынка недвижимости. Вообще, из чего состоит рынок недвижимости? Я так правильно понимаю, что это то, что вот этот девелоперский бизнес, да, это, соответственно, новостройки, правильно? Первичный рынок, так называемый. Дальше Б, это рынок вторичный. Ипотека отдельным какой-то категорией идет сюда, нет? Я бы сказал, что это скорее не рынок, это одно из средств продажи. Да-да-да, ну, получение средств, да, для того, чтобы либо первый, либо второй. Вот таким образом, да, выглядит эта история. Хорошо. Ну и в этой связи я бы хотел еще раз услышать, Олег, подключись, пожалуйста, собственно, что происходит сейчас, на первичном рынке, на вторичном, и что происходит на рынке ипотеки, наверное, больше нас, да, в этой связи вряд ли что может заинтересовать. Ну, давайте попробуем, да, обрисовать, как говорится, взгляд уже с моей колокольни. Да-да, именно свои. В свою очередь. Я считаю, что в последнее время рынок приходит постепенно в состояние равновесия вот после тех событий, которые сначала были связаны с экономическим кризисом, потом с административными перестановками, это и смена мэра в Москве, и смена губернатора в Подмосковье, и множество других инициатив, которые все это сопровождали. Если мы посмотрим по ценам, то вот за последние несколько лет стоимость жилья в Москве и в Подмосковье, там очень похожая картина, колеблется, но в принципе вокруг среднего значения. В Москве это среднее значение около 5000 долларов за квадратный метр. И амплитуда этих колебаний, она фактически уменьшается. Вот если посмотреть так на рынок, да, лет за 10-15, то докризисные годы, вот он практически вертикально вверх рос,
Соответственно, максимальная точка была достигнута перед кризисом. Потом цены достаточно сильно скорректировались вниз, особенно в долларовом выражении. Потом отскочили вверх. Потом как бы были еще небольшие коррекции, там, когда все падало на финансовых рынках. Это конец прошлого лета, начало прошлой осени. Потом май-июнь. Чувствителен, да, к таким? Знаете, он в меньшей степени чувствителен, если финансовые показатели, курсы валют те же, например, да, дергаются в диапазоне там, 10%. Там 15, 20, 25%, там цена на нефть, индекс РТС, курсы валют, то вот как бы те колебания, которые были за последние там, пару лет в средней цене на недвижимость, то это вариации там, 3-5%. Да? То есть как бы некое дергание есть, но оно с гораздо меньшим размахом. Вот. И как бы если посмотреть, то фактически рынок похож как бы на вот такой маятник, по которому вот кризис так как бы ударил. Вот, соответственно, были сначала наиболее сильные колебания в одну, в другую сторону, да, потом как бы рынок устаканивается сейчас возле среднего значения. Опять же, если смотреть за очень длительный промежуток времени, лет за 10-15, то видно, что цены на недвижимость вернулись в такой очень умеренный восходящий тренд. Его наклон где-то процентов 10 годовых, то есть, по сути дела, это рост на уровне инфляции. До кризиса цены росли процентов на 25-30, там, до 50% в год. Были там отдельные годы, там в шестой, когда было 100% прироста, но если помню, говорить о среднегодовом приросте вот, за тот период, то это процентов где-то 30-35, такой среднегодовой прирост. Вот. Соответственно, я думаю, что в ближайшее время рынок будет продолжать, вот так, если смотреть на него глобально, да, в среднесрочной, долгосрочной перспективе, подрастать темпами инфляции. Если смотреть локально, то будут как бы отдельные периоды коррекции, стагнации. Все это будет очень сильно завязано на макроэкономический фон. Вот мы даже это прекрасно видим в этом году, первые 4 месяца, с января по апрель, рост на уровне инфляции, даже чуть быстрее инфляции, в принципе, хороший спрос, рынок в нормальном состоянии, приходит потрясение мая-июня, вот, больше оно, конечно, коснулось финансовых рынков, на рынке недвижимости в долларах была небольшая ценовая коррекция, продавцы-покупатели вели себя по-разному, где-то, наоборот, это все подстегнуло спрос, где-то остановило продажи, в общем, разная была картинка, но вот прошло несколько месяцев относительной такой макроэкономической стабильности, курсы валют устоялись, и в принципе, с приходом осени мы видим, опять восстановился такой вот как бы умеренный прирост там, примерно темпами инфляции. Если говорить об объемах, то первичный рынок, в принципе, по объемам заметно просел, строить стали меньше. Я думаю, что сейчас в Подмосковье будет похожая ситуация. В Москве объемы строительства с 4-5 миллионов квадратных метров свалились где-то до 1,5-2. Но, в принципе, как бы... Наверное, это нормально, Москва не резиновая, дальнейшее уплотнение застройки – это вопрос такой философский, но интереснее другое, что в основном сокращение постигло социальную часть жилья. То, что выходило на рынок раньше при тех 4-5 миллионах квадратных метров, это и было 1,5-1,5, да, и сейчас те же 1,5-1,5 – это... Большая часть из них строится тоже для продажи. Новостроек стало меньше, предложение сократилось, но не настолько катастрофично, как объемы строительства в Москве. Вот. Если говорить о Подмосковье, то я думаю, что новая политика нового губернатора, она тоже приведет к систематизации застройки. Возможно, объемы строительства немного сократятся, но не так катастрофично, как в Москве. Но зато есть основания как бы ожидать, что, ну, по крайней мере, само качество продукта, да, само жилье, которое будут строить, оно будет более осмысленным, там, с дорогами, с инфраструктурой, будет меньше обманутых дольщиков, или их, наконец, вообще не будет, что тоже немаловажная проблема. И так далее. Поэтому по объемам, как бы, первичный рынок, скорее всего, вот, будет, как бы, скорее всего, не расти, может быть, на том же уровне, может быть, чуть-чуть поменьше, пока мы не наживем до новой Москвы, что через 3-5 лет, когда, наконец, будет готов, там, генплан тех территорий, и будут станут понятны правила игры, я думаю, что объемы строительства могут, наоборот, опять как бы отыграть вверх за счет новой Москвы. А при этом, что интересно, довольно существенно растет вторичка по объемам именно, тоже по очень понятной причине. По объемам продаж, получается, да? По объемам сделок даже. Сделок. Здесь не совсем понятие продажи уместно, потому что здесь скорее идет, если для риэлторов это продажа услуги, для людей, как бы они меняют одно жилье на другое, да. То есть здесь как бы показатель на количество сделок, оно довольно существенно как бы подросло за последние годы, побило даже предкризисные максимумы. Почему? Потому что раньше, когда
цены сначала активно росли, потом они после кризиса падали вниз. Была нестабильность, а при нестабильности вторичка, как правило, чувствует себя не очень хорошо, потому что разваливаются все многоходовки. По-любому вторичка – это, как правило, не покупка за живые деньги. В большинстве случаев это надо продать прежнюю квартиру. Да, альтернативы, обмены, цепочки. Да. Соответственно, все вот это хорошо живет в условиях стабильного рынка. Вот как только цена более-менее устаканилась в новых условиях, вот за последние два года мы видим существенный рост объемов по вторичке. И поэтому, как бы, как говорится, рынок как сообщающиеся сосуды, да, то есть уменьшение как бы объемов продаж, объемов строительства на первичке компенсируется ростом объемов сделок на вторичке. Вот поэтому я думаю, что в плане вот именно состояния рынка, рынок вошел в такую вот фазу относительной стабилизации посткризисной. Я думаю, что если какого-то очередного достаточно сильного потрясения не произойдет, то в ближайшие годы мы увидим вот некие вариации, колебания, но в рамках вот установившегося тренда, который я примерно вот в двух словах описал. Да, спасибо. Спасибо, очень подробно. Я благодарю. Ну, собственно, во мнениях вы сошлись, хотя, видишь, друг друга... Не слышали. Ну, по крайней мере, Саша тебя выслушал, ты его не слышал. Во мнениях вы сошлись, и действительно, я так подрезюмирую, сейчас относительно стабильно, да, у нас рынок недвижимости. Ну, мы говорим о Москве и Московской области, поскольку это очевидно, понятнее для наших слушателей. Итак, рынок относительно... Значит ли это, что сейчас время покупать, Саш? Ну, если у кого такая возможность есть, по крайней мере. Или кто об этом задумывается. Или чего-то надо подождать. Значит, товар на рынке недвижимости, он имеет на самом деле двуликую такую, да, картину. С одной стороны, это товар инвестиционный, да, с другой стороны, товар потребительский. Если мы говорим о потребительском... Подожди, первый инвестиционный. Да. Если мы говорим о потребительском товаре, то тут как бы вопрос не стоит, да, потому что если необходимо улучшать жилищные условия, то откладывать это не стоит, потому что в любом случае в перспективе 3-4 месяцев, да, тут ничего на рынке такого не произойдет, с вероятностью 99%, чтобы цены резко пошли вниз или вверх. Нет, я по-другому тогда, извини. Да. То есть, если человек с потребительской точки зрения рассматривает, ну, понятно, да, да, хочет решить свою проблему, ему не нужна пресловутая стабильность. Он, то есть, он не дожидается некой стабильности, ну, в частности, в 2008 году, да, там, или в 2007-2006, цены вот они устойчиво росли, причем бешеными темпами. Если у него есть финансовая возможность, то он не дожидается, естественно, никакой стабильности, потому что ждать ее можно иногда там 5-6 лет, как было, да, у нас до 2008 года. То есть, если бы люди ждали, когда же, наконец, цена остановит свой рост, они бы, во-первых, ждали бы очень долго, во-вторых, бы они бы, может быть, даже никогда бы уже и не догнали ушедший поезд. А это вот с точки зрения потребителей. Да, с точки зрения инвестиционной, опять же, поскольку вот у нас такая стабильность ожидается, да, то единственный рынок, где можно неплохо заработать деньги, да, если человек согласен с рисками, это рынок новостроек Московской области. Есть рынок обратный. Мы говорим о Московской области, подразумевая Новую Москву, или это разные вещи? Можно и в Новой Москве или попробовать и то, сыграть. И другое, да, да, это не суть. Именно сыграть. Если мы говорим о низком уровне рисков, то тут есть обратный способ вложения, то есть покупка квартиры на вторичке и сдача в аренду. Доходность очень низкая, зато она надежная и она постоянная. То есть в зависимости от уровня, приемлемого уровня риска для инвесторов, есть различные варианты, но заработать денег, когда кризиса, в перспективе ближайших лет, опять же, не получится. Олег, ты вообще рассматриваешь рынок недвижимости как инвестиционный? Ну, я бы сказал, что... Ну, не ты лично, а в принципе. Да, я считаю, что вообще сейчас покупать надо в любом случае. По очень простой причине, потому что власти ведущих стран и Штаты, и Евросоюз, и, как бы, не постесняюсь, и, как бы, в нашей стране встали на путь активного печатания денег для решения известных проблем в экономике, проблем социального характера. Мы уже услышали в сентябре о запуске очередной американской программы количественного смягчения. Европейский Центробанк делает практически то же самое, выкупая облигации проблемных стран Европы. Отечественный Центробанк пошел на повышение ставки рефинансирования. Судя по всему, это далеко не последнее повышение. То есть, грубо говоря, в ближайшие годы грядет инфляция. Какой она будет? Я не думаю, что допустит гиперинфляцию, потому что это тоже как бы палка о двух концах, и в мировом масштабе как бы такого, скорее всего, не случится. Но вот некая умеренная инфляция, которая нужна для того, чтобы обесценить долги и
фактически вырулить те проблемы, которые существуют у как бы, властей всех стран, она в ближайшие годы будет. Вот. В этом отношении совершенно понятно, что московская недвижимость в силу ограниченности предложения и ограниченности возможностей для нового строительства, она тоже в какой-то мере уникальна, она как недвижимость там, Лондона, Нью-Йорка, да, пусть на Москву не нацелены капиталы со всего мира, но на Москву нацелены деньги и спрос всей России большой. Олег, сейчас слушаем очень интересная тема как раз об инфляции. Слушаем новости, потом продолжим. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Финам-ФМ, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Продолжаем разговор о рынке недвижимости. Очень интересную тему поднял один из сегодняшних гостей. Кстати, я еще раз напомню. В гостях сегодня Олег Репченко, руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости», Александр Пыпин, директор аналитического центра «Где этот дом.ру». И вот, собственно, перед уходом на новости мы заговорили о возможной инфляции, ну и мировом масштабе, и в нашем отечественном. Соответственно, вот, я так понимаю, способ избежать, да, в какой-то степени этой инфляции, это покупка недвижимости. Да, соответственно, я продолжу свою мысль. В условиях, когда раскручивается мировая инфляция, московская недвижимость в силу ограниченности ее предложения, она, очевидно, что сильно дешевле вряд ли будет. Скорее всего, в среднесрочной и долгосрочной перспективе она будет дороже, чем сегодня. Причем, как бы, не потому, что как бы, она недооценена, а просто по причине обесценивания денег. Более того, Москва в какой-то... Ну и плюс предложение, я так понимаю. Да, и еще что немаловажно, дефицит. То, что спрос со стороны всей России и фактически всех стран СНГ, он так или иначе направлен на Москву. Да? То есть пусть Москва, не Лондон, но в какой-то мере вот в рамках территории входящих... Ты, кстати, с сожалением об этом говоришь, что Москва, нет, не Лондон? Нет, не с сожалением. Я говорю, что это не такие инвестиционные потоки, которые нацелены на Лондон, да, но в какой-то мере Москва похожа на Лондон или Нью-Йорк или Монако, да, то есть на место, куда даже при худшем раскладе стекаются, тем не менее, какие-то средства у людей, у которых там есть деньги, там и будут, и были. Там, да? Вот, поэтому я бы разделял, конечно, Москву и регионы, московскую недвижимость и курортную недвижимость. Да? То есть вот в условиях, как бы, допустим, прогрессирования кризиса, далеко не вся недвижимость вот так вот бестолково купить что угодно будет расти в цене. Нет. Но вот московская недвижимость в силу уникальности Москвы вот на территории географической вот постсоветского пространства, да, соответственно, это дает достаточно высокую гарантию, что в перспективе 5-10-15 лет московская недвижимость, ну, уж точно не подешевеет, скорее всего, будет там дороже, чем сейчас. Поэтому независимо от того, покупаем ли мы для себя, чтобы улучшить жилищный вопрос, да, или же мы как бы смотрим, куда вот вложить деньги, чтобы как минимум они не обесценились, а лучше что-то даже еще и подзаработать, я думаю, что московская недвижимость как бы на сегодняшний момент один из таких беспроигрышных вариантов. Вот. И если там, допустим, в годах в 6-8 я всем говорил, подождите, вот пузырь надулся, и не сегодня, завтра там... Ты с 6-го начал говорить? С 6-го, да. Вот когда на 100% выросло... Представляешь, вот с 6-го ты говоришь, с 7-го говоришь, они все уже считают тебя, ну, чуть ли не идиотом, а в 8-м это случилось, и ты гуру. Ну, хотелось бы верить, что примерно, может быть, так где-то оно есть. Но вот сейчас я вижу, что ситуация такова, что дно снижения цен пройдено. Мы видим, что каждое следующее обострение макроэкономического фона приводит к тому, что московская недвижимость клюет вниз все меньше и меньше, а то и вообще практически не клюет. И, в общем-то, мы понимаем причины, по которым, скорее всего, вот силу именно прежде всего инфляционных процессов в ближайшие несколько лет, не баснословными, конечно, деньгами нас порадует, инвестиции в недвижимость. Но как минимум, если ставится задача сохранить, то недвижимость... То есть некий защитный инструмент. Да, совершенно верно. Потому что я как бы не согласен с термином «играть в недвижимость». Играть на фондовый рынок. Там можно за неделю 100% сделать при правильном подходе. Там тоже риски... Да, но там риски, правильно. Надо, недвижимость – это не тот инструмент, с которым надо играть. Это скорее тот инструмент, куда он можно вложить, чтобы не хвататься... С точки зрения инвестиционной он может рассматриваться. Да, не как спекулятивный. Конечно. Совершенно верно, да, то есть как бы вложить именно больше, чтобы спасти, защититься от инфляции, чтобы не хвататься каждое утро за сердце, что что-то там, какой-нибудь черный вторник или четверг опять нас постиг, да. То есть я сегодня схватился за сердце, когда прочел, или даже не сегодня, несколько дней назад я прочел, что, ну, сейчас вот по поводу пенсионной реформы все вот эти вот, знаешь, поднимать, не поднимать возраст, да, там какая-то схема вырисовывается. Ну, то есть, другими словами, вот с 60 лет мужчина, с 60 лет, да, 60-летний мужчина начинает получать, учитывая 40 лет, да, рабочего стажа, выходит на пенсию.
И статистика приводится, что в России средний возраст, я прошу прощения, о присущих не будем говорить, средний возраст мужчины где-то 60 лет. Вы сделали вывод, что нам пенсию-то не удастся воспользоваться. Вот я схватился за сердце. Потом подумал, что ну его, еще рано мне хвататься за сердце. Я, тем не менее, хотел вернуться к твоей тираде. Саш тоже об этом говорил некоторое время назад. Я понял, значит, рынок недвижимости Москвы и Подмосковья специфичен, и в любом случае падать он не будет, поэтому, да, мы сохраним всегда здесь, сохраним свои деньги, а может быть даже в какой-то момент конъюнктура, если нам поможет. Вот я бы не объединял Москву и Подмосковье. Хорошо, все, ша. Вот Подмосковье это как раз может в определенных отдельных я, может быть, новую сегментах. Москву имел в виду, хотя тоже не очень корректно, наверное, да, она еще... Да, тоже не очень корректно, не сейчас там новостройки по 70-80 тысяч рублей, угу. А когда там пойдет большая стройка, в тех объемах, в каких хотят ее застраивать, я не исключаю, что там дешевле, чем 40 тысяч рублей за метр не продашь. Угу. Вот, поэтому угу. Большая Москва, как и такие как бы сегменты недвижимости из серии «Второй дом», да, как угу. То загородная недвижимость, дальние дачи, угу. Земельные участки, участки, да, вот это недвижимость, про которую я бы не говорил однозначно, бери не глядя, не прогадаешь. Бери не глядя, не прогадаешь. Давай так, тогда это только про Москву. Внутри МКАДа, правильно? Да, внутри МКАДа. Там тоже мест очень много, я хотел вам сказать, внутри МКАДа. Ну, там тоже есть свои детали, безусловно. Вот я о деталях, причем мне очень понравилось, да, и я, наверное, соглашусь, Москва, Лондон, Монако, да, вот в этот ряд ты поставил, опять с этими же целями, да, что? И тогда вопрос. Да, причем я помню, почему я хотел вам этот вопрос задать, я помню этот парадоксальную абсолютно историю, когда, по-моему, до кризиса я обратил внимание на цены, однушка в Бирюлево, ну вот это звучный район такой, однушка Бирюлево стоила так же, как особнячок на Лазурном берегу Франции. Да, да, да. И сейчас примерно так же. Вот. Потому что еще евро успело просесть за это время. Это и цены на недвижимость там просели больше, чем у нас. Это ужасно. Но тем не менее, ну и ужасно в том плане, что это не укладывается в меня, по крайней мере, в голове. И тем не менее, воспринимается ли вот с этой точки зрения, о которой ты сейчас говорил, и однушка в Бирюлево, и, я не знаю, там, в центре Москвы, да, ну, если есть средства на это, то есть она... Таким же образом, как... Знаете, здесь нет чудес, я могу очень легко вам объяснить, почему такое происходит. Просто в Москве есть где работать и где заработать деньги, а на Лазурном берегу их можно только тратить. Это первая причина. Вторая причина – Москва не резиновая, и, к сожалению, здесь очень ограничен объем предложения, и все сюда стремятся. Если вы возьмете Средиземноморское побережье, да, то там, в общем, земель, которые еще можно застраивать и которые уже застроены, их столько, что там этой недвижимости в два раза больше, чем ее там нужно. Собственно, это две причины, по которым вот имеет место такой дисбаланс, и, как говорится, все здорово, когда вот мы смотрим на две картинки, здесь убитая квартира в Бирюлево, а здесь красивый домик на берегу, да, это как бы кажется абсурдным. Но вы попробуйте пожить в том домике на берегу, вы сразу поймете, сколько денег вам встанет, чтобы он у вас не развалился, чтобы там были живы эти коммуникации среди чистого поля, да, сколько там стоит электричество, там, обслуживание и все остальное, и потом, чем вы там будете зарабатывать, если вы не лауреат Нобелевской премии и пишете мемуары свои, да, вот, и вот, собственно говоря, все это приводит к тому, что, к сожалению, не зря человечество пошло по пути, да, объединение в города, пусть там жить менее комфортно, чем на даче, на природе. Но дешевле, гораздо дешевле. Да, но все равно люди, как бы, отстроили большие города, живут, работают в них. Саш, согласен, вот однушка в Бирюлево может иметь такую же ценность, вот, с точки зрения инвестиций, сохранения капитала? Как ты думаешь? На мой взгляд, есть как бы место, где люди зарабатывают, а есть действительно место, где тратят. Есть определенная, так скажем, каста, класс общества, да, о котором зарабатывать уже не надо, а нужно только тратить. Да, и для них, собственно, Лазурный берег. Да, для них вот там где-то лучше там. А, к сожалению, да, для большей части населения, которое действительно как бы нет иного выхода, кроме как мигрировать в Москву на заработки, остается только однушка в Бирюлево. И этот баланс будет в силу как бы структуры российского общества достаточно долго еще сохраняться. Собственно, вот такая ситуация. Я понял. Я бы еще добавил, что кризис показал, что вот численность той касты, которая может себе позволить жить на Лазурном берегу, она гораздо меньше, чем количество тех самых красивых вилл, построенных на Лазурном берегу. Да, собственно, поэтому как бы и Испания, и Италия, и Греция оказались в неприглядном положении, потому что там
половина этих стран строила эти самые красивые виллы в расчете на то, что приедут богатые иностранцы, их купят и будут... Прежде всего, да, иностранцы? Да, да. А оказалось, что вот кризис показал, что не так уж и много таких людей, да, которые могут себе позволить по-прежнему там жить на честном трудом заработанное, да, вот, собственно... То есть пресловутый пузырь в Испании, например, да, рынка недвижимости, да, это связано именно с этим? Ровно, да, с этим, потому что там уже значительная доля населения страны была занята в строительном секторе, плюс сама же инвестировала вот в покупку этого второго, третьего, пятого дома под перепродажу, под сдачу в аренду, все это делалось на кредит, и вот, собственно, здесь как бы пузырь чем-то схожий с американским, он имеет место быть. Я немножко так бы дополнил. Давай. Эта ситуация, да, Испания, Италия и так далее, да, курортная недвижимость, она больше связана не с тем, что россияне перестали, да, покупать, а перестали покупать немцы, англичане. Ну, совершенно верно, во всем мире, да. Да, совершенно верно. И как раз со стороны России инвестиционный поток, он за последние годы как раз не снизился, а скорее увеличился, да, потому что вот те цифры оттока капитала, которые говорят, там, сколько из России выходит, да, естественно, не все эти деньги уходят на рынок недвижимости, там, испанский и так далее, да, но как бы там десятки миллиардов, а об этих суммах речь идет. И то, что еще там шевелится, во многом это шевелится как раз за счет вот, россиян, да. Традиционно Россия – последняя надежда Европы. Да-да-да, то есть, видишь, как было при Наполеоне. Исторически, да, исторически. Мы все время, да, вдыхаем жизнь, да, в, этот, да, в эту загнивающую Европу, боже мой. Это забавно. Хорошо, спасибо. Спасибо за ответы на мои вопросы. И тогда, ну, логично, продолжаем разговор. Видимо, действительно, Москва не резиновая, есть определенные ограничения. Кстати, не с этим... И в том числе связана вот эта вот, ну, на первый взгляд, да, странная попытка расширить ее, сделать резиновой все-таки. Не с этим связано, Саша? Вот эта идея новой Москвы, она вообще на чем зиждется? Идея новой Москвы, она, в общем-то, зиждется на некоем мировом таком, не то что даже опыте, но направлении, что внутри крупного города центры туристической, деловой, административной, государственной, спортивной, культурной, образовательной и тогда жизни должны быть распределены в разных точках, потому что они никогда не соединены в одной точке. Город фактически приходит к состоянию транспортного коллапса рано или поздно, как бы он ни был построен, по радиально-кольцевому принципу, по квадратному и какому угодно еще. А когда есть вот единый центр для всего, это город постепенно уничтожает. Да, у нас основная идея разнести различные центры по разным точкам города, чтобы, так скажем, пути населения, миграции внутри трудового дня или там дня досуга, да, они были распределены более-менее равномерно по пространству города. А насколько это... Идея будет реализована, трудно сказать, потому что эта идея долгосрочная, она в перспективе правильная, но она очень-очень дорогостоящая. Ну, я, кстати, воспринимал вот эту идею с Новой Москвой, это исключительно по примеру, что вот еще взяли, значит, большое количество площадей для спальных районов, для того, чтобы можно отстроить... Можно и с этой точки зрения, да, конечно, поговорить о том, что действительно, куда селить людей, которые... Да. Так скажем, да, все стремятся в Москву. Но, в принципе, этот вопрос можно было бы, может быть, как-то решать на уровне взаимодействия Москвы и области, да, чтобы они совместно решали свои проблемы. Но структура управления нашего государства такая, что каждый регион — это как бы царство, государство свое, своими законами, боярами, правилами. И иногда, чтобы, что называется, через границу Москвы и области провести там трубу к индивидуальному дому, решать вопрос нужно на уровне... Совещание... На уровне бояр. Да, на уровне совещания руководства региона. Челобитную, да? И, да, видимо, да, чтобы все-таки эти вопросы, решение простейших вопросов не занимало годы, да, согласование между разными регионами, да, во многом тоже это вот присоединение куска, оно произошло. То есть здесь еще, да, некое решение административных проблем, да, Олег, здесь... повлияло. Ну, я думаю, Москвы. Что расширение Москвы рано или поздно действительно должно было бы произойти. Здесь было много споров на тему того, как лучше было ее расширять. Какую сторону, да, кстати, да? Вот это, да, тоже. Я согласен с тем, что действительно должны быть разнесены разные центры разных активностей. Мы нередко можем видеть там, в других мировых столицах, что, например, культурно-исторический центр — это как бы одна часть города, деловой центр — это другая, политический там, центр — третья. Мы сейчас еще раз послушаем новости, а потом продолжим этот интересный разговор. Ну что ж, еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Финам-ФМ, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Последняя часть нашего увлекательного разговора о рынке
Ну, в данном случае московской и подмосковной недвижимости, что делается с ценами, да, и какова ситуация. Ну, и о прогнозах немножко мы, наверное, сейчас поговорим. Я напомню, в гостях Олег Репченко, руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости», и Александр Пыпин, директор аналитического центра «Где этот дом.ру». Значит, тема, которая взволновала нас до выпуска новостей, это откуда взялась идея появления Новой Москвы. Собственно, Саша объяснил в двух словах, да, несколько идей предложил, точнее, это административная, да, и это, собственно, исключительно бытовая, появление некоторых, да, вот этих вот центров. Продолжай, Олег. Действительно, можно совсем с этим согласиться, безусловно. Неправильно то, что как бы вся русская земля только вокруг Кремля существует, да, действительно. Ну так исторически все-таки сложилось. Да, исторически ну, сложилось, но с другой стороны, вот все-таки, что немаловажно, что тоже делалось исторически, да, при разных властях, и при царе, и при как бы Советском Союзе, пытались также еще осваивать и все остальные огромные территории, которые есть в России. Если мы, опять же, посмотрим мировой опыт, то, как правило, страны с довольно большой территорией пытаются не только как бы вот эти центры активности внутри одного города разнести, да, но разнести их и в масштабах страны в целом, там, да, взять, скажем, те же Штаты, да, есть Нью-Йорк как крупный, огромный, исторически сложившийся деловой центр, есть Вашингтон как политическая столица, есть там Калифорния, Лос-Анджелес как столица, вот именно там как бы культуры, там, кино, развлечений, есть Лас-Вегас, где вот чисто можно там играть, там своя точка протяжения, есть довольно крупные промышленные города, и так или иначе как бы нет такого, что любой американец стремится жить там исключительно в Нью-Йорке, да, тогда бы Нью-Йорк лопнул. Он и без того-то, в общем, город не маленький, да. А вот в Москве, в России, к сожалению, вот несмотря на там как бы разные усилия в разные периоды времени, все-таки сложился некий дисбаланс. Да, ты упомянул Лас-Вегас. Вот в России же было несколько лет назад, да, попытка вот... По-моему, эта идея умерла вместе с кризисом, ну, потому что вот это не стало, да, денег, которые можно проигрывать. Вот, но... Нет, я не думаю, что причина в этом... Саш, подключись. Я не думаю, что причина в этом как раз кризис. Деньги-то у них есть, мы же выяснили. Они могут же и на Лазурном берегу покупать виллы. Но, тем не менее, им лень лететь. Где там, в Краснодаре сделали, да, Лас-Вегас-то или где еще? Ну, по-моему, пока еще нигде не сделали. Ну, собирались вот мне сделать. Кажется, что некая альтернатива вообще самому подходу Большой Москвы могла бы состоять в том, что, на мой взгляд... более как бы технологично и, может быть, даже где-то проще, да, было бы повышать уровень жизни в других крупных городах России, чтобы, наконец, уйти вот от этого пережитка 90-х, когда жизнь была только в Москве. И когда, соответственно, все население России стремилось в Москву и, к сожалению, продолжает в Москву стремиться. Да. Вы знаете, с приходом кризиса мне показалось, что наметилась такая небольшая надежда того, что население начнет сейчас из Москвы по России расползаться. Да? На такие первые признаки наметились. Вот среди моих друзей было несколько примеров, достаточно показательных, когда люди довольно продвинутые, имевшие хорошие зарплаты, хорошие доходы до кризиса, в кризисах потеряли. Как правило, это либо управление, либо финансовый сектор. Да, банк, банки, генеральные директора, как бы хорошие. Много народу полегло, финансовые директора. Да, и вдруг оказалось в 2009 году, что они не могут найти себе достойную работу в Москве, но, о чудо, такие предложения есть в регионах. Кто-то уехал в Екатеринбург, кто-то уехал в Петербург. И действительно оказалось, что в общем-то, в регионах России есть там, не самые последние предприятия, которые нуждаются в хороших специалистах, но они все утекли в Москву до кризиса. Да? И вот был такой небольшой всплеск, когда, собственно говоря, наметился вот именно не переезд там, в регионы, скажем так, просто обычных людей, там, да, огурцы выращивать, да? А именно переезд людей... Ну, подешевле там. Да, выше среднего и даже отчасти приближенных к элитам для это, того, вот чтобы... Вот своими друзьями. Это было после кризиса, ты говоришь? Да, это было где после кризиса. Сейчас? Но сейчас ситуация обратно как бы возвращается вот к тому, что было до кризиса, когда опять все в Москву, все в Москве. Вот. И, к сожалению, вот пока обратная тенденция, не центростремительная, да, а вот как бы все-таки повышение уровня жизни в регионах, чтобы ну, не было такого, что вот вся Россия, все 140 миллионов пытаются поселиться в Москве. Да никакой большой Москвы реально не хватит. Если ну, конечно. Вот, ну, надо будет постепенно расползаться.
расползаться, да? Совершенно верно, да. То есть, как бы, все-таки, на мой взгляд, не менее важный вектор в развитии, как бы, российского государства – это повышение уровня жизни, создание рабочих мест, создание, как бы, точек приложения усилий, прежде всего, ну, хотя бы в крупных российских городах, угу, для развития, как бы, этих регионов, для того, чтобы страна была сбалансирована, чтобы, как бы, все опять не было завязано на Москву, потому что при этом, как бы, устройстве общества, ну, наверное, Москва лопнет при любом раскладе, даже если она займет всю территорию Московской области. Ну да. Неблагоприятный прогноз. Саш, ты как видишь развитие вообще вот в этом случае инфраструктурной, да, составляющей нашей московской? На самом деле есть некий такой проект, да, соединить крупнейшие российские города скоростными трассами, как и дорожными, так и железнодорожными, да, вот это реальный путь для того, чтобы, ну, сжать страну, так скажем, с точки зрения пространственной, угу, потому что во многом время это сейчас основной ресурс, да, во всем мире. И поскольку Россия страна достаточно распределенная, то она за счет того, что перемещение занимает много, да, времени, она, к сожалению, не выдержит этой конкуренции. То есть происходит процесс, что люди из деревень перемещаются в поселки, из поселков в города, uh-huh, из городов в мегаполис. Uh-huh. В итоге у нас, даже если мы начнем развивать какие-то там Екатеринбурги, Перми и так далее, да, то все равно рано или поздно 95% населения, оно окажется в этих вот крупнейших мегаполисах. Ну, то есть задача не решена, да, в этом случае? От того, чтобы еще и эти мегаполисы, опять же, скукожились в одну Москву, угу, в итоге, ну, да, не скукожились, да, единственный путь — развивать транспортный и высокоскоростной транспорт, угу, ну, плюс информационные технологии. Тогда хотя бы вот такое распределение по стране можно будет сохранить. Я понял. Ну, ладно, мы, собственно, сегодня о рынке недвижимости говорим, а уже, да, такие у нас проекты масштабные. Хотелось бы, всегда хочется, чтобы на родине было лучше. Конечно. Чтобы, да, и на Лазурный берег можно было съездить, ну и не стыдно было в Бирюлево в однушке у себя. Ну, на самом деле, возможно, после Олимпиады в Сочи что-то изменится. Мы увидим, что наш Лазурный берег, в общем-то, подтянулся уже до, да, зарубежных аналогов, и, в общем-то, хотелось бы верить, что вот эти, как бы, усилия не пройдут даром, и, в частности, Краснодарский край и Сочи, на мой взгляд, это одна из потенциально возможных точек притяжения, угу, которые могут создать альтернативу Москве, особенно когда речь идет именно о людях с северных регионов, куда они едут на заработки, потом они выходят на пенсию, они хотят переехать в более комфортный климат. Соответственно, сейчас немалая их часть оседает в Москве и в Подмосковье. Uh-huh, uh-huh. Соответственно, как хотя бы, комфортным этот климат сложно назвать. Комфортнее им было, да, бы жить, да, опять же, все-таки, наверное, на берегу моря в более, конечно, теплых, конечно, условиях, нежели в Москве. И вот, на мой взгляд, в этом отношении Краснодарский край мог бы стать вот еще их, одним... Их выбор не климат все-таки, да, когда они в Москву-то... Да, и... вот ровно по той простой причине, что, угу, это вот устройство России, когда, да, вот жизнь есть только в Москве, и как бы все стремятся, надо, не надо, попасть в московский регион. Я понял. Хорошо, осталось не так много времени. Огромное спасибо вам сегодня за беседу. Если можно, буквально там, ну, даже не одно-два слова поразвернуть, и подведем итоги и некие прогнозы, да, это не самые благодарные, я понимаю, занятия, некие прогнозы. Что будет в какой-то обозримой перспективе с ценами, с рынком недвижимости, да, как он будет себя чувствовать, Саш? С ценами ничего интересного. Ну, это, да, в хорошем смысле, да? Да. Ничего интересного, значит, они, да, не будут туда-сюда происходить гонять. Происходить не будет. То есть обсуждать 20-30 и так далее процентный рост цен мы явно не будем. Не будем. И снижение тоже не будем. Это радует. То есть в этом плане, как аналитику, мне будет скучно, а потребителям будет радостно, весело, да, совершать, да, сделки. Один, у них будет один банальный вопрос, да? Вот где денег взять? Продолжай. Но на самом деле, да. Но денег, о чем я еще в самом начале говорил, угу, будет становиться меньше. Потому что, что касается доллара, евро и прочих валют, возможно, да, инфляционный вариант. Но что касается именно рублевой массы, учитывая наш бюджет и политику нашего Центрального банка и Министерства финансов, рублей особо много становиться не будет. То есть шальных денег, как от кризиса, вряд ли, угу, стоит ждать. Поэтому... решение жилищного вопроса, оно будет постепенно усложняться для большей части россиян. Причем, я так понимаю, это по разным причинам. С одной стороны, то, о чем ты говорил, да, это все же
недостаточность предложения, а с другой стороны, действительно, и возможность. Ну, эти процессы называются бифляция, потому что вот, когда мы говорим об инфляционных процессах, не следует путать с гиперинфляцией, которая была в 90-х, когда все подряд каждый месяц дорожало. Суть бифляции состоит в том, что действительно больше люди зарабатывать не начинают в условиях печатания денег, да, а при этом начинают в первую очередь дорожать товары первой необходимости. Это, прежде всего, энергоносители, это продукты питания, это транспорт. И, соответственно, получается, что у человека при примерно тех же доходах большая доля отъедается на повседневные нужды. Мы все прекрасно видим, как ведет себя ЖКХ, как ведут себя цены на бензин последние годы. Да? Вот. И получается, что уже гораздо меньшая доля доходов семьи может быть потрачено на накопление, на приобретение дорогих товаров, к которым относится недвижимость. И получается, что, скажем, если раньше там, семья могла, допустим, 50% откладывать на покупку квартиры или взять ипотеку, да, и 50% отдавать по ипотеке, то подорожал бензин, подорожали продукты питания, подорожала коммуналка, подорожало все то, без чего жить нельзя, да, и получилось, что, ну, только 30% теперь семья может откладывать на ипотеку или на копить на квартиру, и, собственно, выходит, что квартиру она может купить только за меньшие деньги, да, вот, и, соответственно, получается, что одни товары, как правило, товары первой необходимости в условиях бифляции, они дорожают, а другие дорогие товары, предметы роскоши, как бы, они, наоборот, по цене могут даже снижаться, несмотря на то, что увеличивается денежная масса, и стоимость денег уменьшается. Вот эти процессы получили название бифляции, собственно говоря, почему я и сказал, что, знаете, скорее всего, московская недвижимость будет устойчива вот к этим процессам, а вот недвижимость, которая попадает под статус второй дом, там та же курортная недвижимость, дачи, земельные участки, вот это то, что может в цене, наоборот, даже просесть, несмотря на инфляционный процесс, ровно потому, что вот от второго дома, да, и от третьего дома людям, возможно, придется отказаться в силу того, что приходится больше тратить на там, повседневные нужды или как минимум на тот самый первый дом, то есть на основную московскую квартиру. Спасибо, Олег. Ну что ж, мы будем заканчивать. Время уже, к сожалению, истекло. Еще раз я напомню, сегодня в гостях Олег Репченко, руководитель аналитического центра индикатора рынка недвижимости, и Александр Пыпин, директор аналитического центра «Где этот дом.ру». Собственно, разговор получился интересным, разговор получился откровенным. Главное все-таки стабильность на рынке недвижимости. Стабильность, как известно, признак мастерства. Огромное спасибо за внимание, уважаемые слушатели. Успехов на рынке. До свидания.